Находиться на данной территории опасно для жизни. Ого, ну это прикольно, конечно. Почему оно такой формы? Мы проехали село Никольское и едем мы в Борницкий карьер. Летом там отдыхают люди, купаются. Там есть пляж и вроде как красивое место. Просто едем отдохнуть, подышать свежим воздухом. Купаться, конечно, мы не будем. Побудем на свежем воздухе, на природе, что очень хорошо. Мы это любим, да. О, какие хлева, как будто старые, деревянные, покосившиеся. Находиться на данной территории опасно для жизни, не является зоной отдыха и туризма. Мы уже на месте, и я хочу вам показать, что я увидела. Здесь растут яблоки, причем посмотрите, какого размера. Обычные нормальные яблоки. Смотрите, сколько здесь яблок. Ого! Яблоко очень вкусное. Даже не знаю, какой это сорт. Ну как дико. В магазине покупаешь? Очень вкусно. О, ну это прикольно, конечно. Да, класс. Еще как улетела туда вниз. Класс. И сейчас поднимаемся на вершину карьера. Посмотрим сейчас, как там устраивают фотосессию с крыльями и в нижнем белье. Ну да. Почему оно такой формы?